Скажи всем привет, привет. Привет. Всем привет, привет. Выбрались на прогулку, начались наши обычные дни, обычные будни. Пока у меня еще неделя отпуска, я вот гуляю. А потом мы будем собирать вот эту всю бригаду. Ну, это, конечно, еще не вся. Они через неделю уедут отдыхать. Тоже в Витязево. Все туда же. Машенька уже потихонечку начала собираться. Потом мы сделаем обзорчик, что и как. Да? А вы уже собрались? Мы? Да, на море собрались? Еще не собирались, а уже надо было. Делай счет, а как ты там делал? Ой, какой баловный пацан. Пошлите есть, хочу. Ну давайте, парковки. Давайте. Мам, ну что давайте, бери. Беру. Ой. На, Кирилл, будешь оператором. Аккуратно держи. Сок? Все, вообще ничего не надо. Класс. Кухня. Куда это все? Кухня. Какую ты хочешь булку? Я хочу. Тебе какие яички надо? Ура, я хочу такое. Все, идите на кассу. Опа! Так, ты не балуйся. Взял тележку, кати. О, кока-кола? Покажи, или квас, Маша. А, была кола. Вкусная у тебя? Да. Да? У меня тоже вкусная? Вот там что? Это шампунь. Сюда будешь мне рассказывать, куда ты поедешь и с кем. Вов. Ой, тише, тише, ты тоже поедешь. Вов. Вов, иди, расскажи. Расскажи мне. Расскажи всем, куда ты поедешь. На море? Папа. С мамой и вами. Что там такое? Оса? Да. Аккуратно. А меня ты бы взял с собой? И с Ваней. И с Ваней. И с Ваней? И Ваня разве с вами едет? Наверное. Ой, блин. А мне все. Оса. Вова ему личный билет покупал. Ваня. В смысле? Ваня тоже едет? Вова ему купил билет сейчас, прямо сейчас. А, прямо сейчас? А меня возьмешь с собой? Да. Я бы с удовольствием поехала. Ой, поднимите.
Так, смотрите, можете посмотреть, как у нас жарко. Я вот в чем. Ну, правда, в брюках белых, но очень тепло. Еще погуляем. Что? Все хорошо? Так, мы уже покушали, вышли на улицу опять. Мальчишки там со своими друзьями. Вова со мной. Это песенка? Какая цаца, да? Давайте другую. Летели про Антошку, да? Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, картошку. Ну что, ставь водичку. Надо, наверное, выключить песню. Пойдем без песенок. Она постарается не провалиться. Кисуня. О, какая красивая. Трехцветная? О, какая ласковая кошечка. Ну что, пойдем, посмотрел на мостик? Ну смотри, аккуратно только. Что тут смотреть? Тут даже воды нету. Чуть-чуть. О, чуть-чуть воды. Совсем чуть-чуть. Ну все, пойдем? Нет еще. Чуть-чуть осталось. Погладит кочка чуть-чуть. Симпатяга. Симпатяга, да? Я хотела посмотреть на котик. Ну. Вообще. Посмотреть. Ну, на посмотрел. Классику. Пойдем, нас там Кирилл ждет. Пойдем? Пойдем. Пока, котик. И он с нами. Нет, он останется. Тут где-то его дом. Мы гуляем по частному сектору. Кирюша у нас там остался с коляской, потому что под горку, под эту... Вова очень захотел на мостик уток посмотреть. Утками здесь даже и не пахнет. Да? Да. Ну, ты только меня сюда завел. Все, побежали быстрее.
вкусненько. Иди лови еще. Куда едете? Мы в Анапу. А, в Анапу? Вам еще рановато. Вова, ты куда едешь? На море. На море? О, далеко не уедете на таком велосипеде. Теперь меняемся. Мы без машины. Сегодня очень жарко. Смотрите, какие облачка. Такие настоящие облачка, как на картинке. Вот такие немножечко тучки. Ну нет, вроде дождя не передавали. Просто очень красивое небо с такими облаками. А кто это у нас тут уже проснулся? Кто это у нас тут проснулся уже, а? О, пацанчик такой проснулся у нас. Пацанчик. Пацанчик. Сейчас еще чуть-чуть погуляем и пойдем уже домой. Надо будет кушать. Очень красиво сегодня на улице. Прям солнечно так. Ну да, облака такие есть. Ничего страшного, я думаю, что дождь не пойдет. Остальные дети остались во дворе гулять.